Банде Гуру Падо Тандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самайуктам Бинда Ванча калпатару васча кипа синду бевача патитанам павани бхавишна вибью наму нама мукам кароти вача ланг пангун ланг хайтгирим ят кипа тамаханг банди парамананда мадавам Бриндавай тулси девай пиявай кесава сажа Кришна бхакти баде деви сатта баттвай наму нама Нараяна намаскритта наранчайва нараттама Девиң сарасватиң вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагод баруйно Дхейям сада паривабагнам авиштадухам Тетас падам сива виранчанутам сараньям Бхитаттихам панутапалавабаддипутам Банде махапурушате чарана равиндам Ятпадапаллаванакачандаманичатай Биспуриджитагамапикапавадукшвадарши Пурнану рагара сасагара сарамурти сарадхикамай кадакипам каруса. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодато, Сангиртанай кабитару камала шутакшо, Вишам бару дижа бару джугадхарма пало, Банде ягат прия кару, Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджишва Бадане Лакшми Джасача Бхакшаси Джасьясти Хиде Самбихит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Рам
Бхалам, Сукхамада, Сукхамукад, Амритадавасам Ютам, Пивато Бхагаватам, Расамалаям, Мухураху, Расика, Бхувибхавука, Нигамо Калпатарору, Галитам, Фалам, Сукхамукад, Амритадавасам Ютам, Пивато Бхагаватам, Расамалаям, Мухураху, Расика, Бхувибхавука. Гаурия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру. Когда он был последний раз в Пури, значит, так Парвати, он сказал Винод Бихари Прабху. Люди больше не понимают мой Сиддханта Вичар. Они не готовы принять эту чистую Сиддханта Вичар. Что я могу поделать? Какой смысл оставаться мне здесь еще? Годия Гурсхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал однажды, когда он в последний раз был в Пуре, свой последний визит в Пури на Чатакпарвати, он проявлял лилы болезни. И Винода Прабху он сказал, люди больше не способны понять то, о чем я говорю. Они не готовы принять этот чистый Сиддханта Вичар. Что я могу? Какой смысл мне оставаться здесь? Чистые преданные махаджаны приходят в этот мир для того, чтобы понять, помочь нам понять чистую Сиддханту, помочь нам продвинуться в баджане. Но существует так много заблуждений, потому что если вы не получаете одно и то же учение через парампару, есть опасность. Это не вопрос споров, сражений, борьбы. Это вопрос выживания нашей собственной сампрадаи, нашей Сарасвата Годия сампрадаи. То есть стоит вопрос о выживании всей нашей сампрадаи. Я много раз говорил о том, что если я полностью сконцентрирован на лотосных стопах Ананта Дева, я не лишусь терпения. Возможно, вы восстанете против меня, но я не лишусь терпения. Я знаю, что вы не можете поверить мне из-за того, что я не интернациональный спикер. Прославленные саду спикеры могут говорить все, что угодно, и вы могут врать, и вы принимаете это, но вы не готовы принять абсолютную истину, которую я рассказываю, потому что я не интернациональный спикер. Так много мусора на поле проповеди. И у меня нет времени сражаться, спорить. Возможно, мне проще оставить этот мир, я больше не хочу жить, потому что никто не готов принять абсолютную истину. Если я могу доказать элементарные вещи, как говорит, то есть Прабхупад говорит, Бхактивинод Такур говорит это, но вы не верите, вы говорите, что мы не готовы слушаться вас. Но что я могу поделать в такой ситуации? Сейчас настало время, когда мы должны собраться вместе, и потому что вопрос встает о выживании нашей сампрадаи. Набравшись терпения,
Я, все, что я говорю, основано на шастра Сиддханте. Вы находитесь далеко от меня сейчас. То есть... Те, кто не хотят поверить мне, прежде всего необходимо... Гурупада Падма Шрила Санатана Госвами Пад, Джагадгуру, Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад, Рагунат Дас, все они старались изо всех сил даровать нам сокровенные истины Баджана. Но кому это интересно, сейчас изобретаются новые и новые философии. У вас нет времени читать Джайвадхарму, даже читать Джайвадхарму. Вы должны вновь и вновь изучать Джайвадхарму, от начала до конца. Попытайтесь понять, что это сейчас не вопрос критицизма, это важный, жизненно важный момент в баджане, что один вайшнав не может критиковать другого. Это строго запрещено. Бхактисиддханта Тхакур говорит. Вы не можете найти никакого недостатка в вайшнаве, потому что он абсолютно чист. Бхактисиддханта Тхакур говорит, если кто-то из-за зависти критикует. Бхактисиддханта Тхакур говорит, он не хочет разговаривать с таким человеком, он будет молчать. Он не хочет смотреть его лицо. Кто является вайшнавом, а кто нет? Кто в каком состоянии находится? Каково состояние этого вайшнава? Какой уровень он занимает? Я не хочу никаких делать заключений без понимания. То есть... пустые заключения. Поэтому Брихат Бхагаватамрита очень важна. Мы можем попытаться понять, каково смиренное настроение. Что такое смиренное настроение? Смиренное настроение не означает, что я прекращу говорить абсолютную истину. Прабхупад говорит, мы не должны словами, умом и речью причинять кому бы то ни было боль. Прабхупад говорит, при помощи этой шлоки мы можем доказать, что мы якобы не должны говорить абсолютно истину. Но Прабхупад говорит, почему вы прекратили говорить абсолютно истину абсолютным способом? Разве Бхагаван умер? Разве Анантадев больше не находится здесь? Разве он не смотрит, кто что делает? Разве он больше не наблюдает за нами? Лучше. То есть, если наше внимание с лотосных стоп Анантадева, то есть, если наше внимание к лотосным стопам Анантадева не то есть, если мы сосредоточены на его лотосных стопах, то узость в мышлении, в мирозрении не может возникнуть. Каким сердцем обладал Санатана Госвами Пад, Рупа Госвами Пад,
Прабхупад, Бхактивинода Такур, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, их сердца настолько мягкие, что мы не можем сравнить их даже с маслом. Тем не менее, я видел, что их критикуют. Но когда Гуру Махарадж слышал это, он никакой реакции не проявлял. Кто-то однажды сказал, какой-то глупец сказал, что то есть кто-то заявляет, что он получил милость такого-то Махараджа, но я прекрасно знаю, что милость не дешевая вещь. Крипа не какая-то дешевка, не простая вещь. Прабхупад говорит, если вы такой титул получите, который будет длиться 1 километр. То есть имеется в виду характеризующий ваш вайшнавизм, но нет никакой уверенности в том, что Бхагаван посмотрит на вас. Глупцы могут прославлять вас и давать разные титулы, но какое дело этому до этого Бхактивинода Такура и Прабхупада? Глупые люди не понимают, что есть бхакти, что есть вайшнавизм и смирение. Они не понимают шуда бхакти татву, гуру татву. Порой, время от времени они набрасываются на чисто гуру и вайшнавов. Прабхупад говорит, что та платформа, на которой они находятся в настоящий момент, не позволяет им понять темы, которые великий вайшнав обсуждает, рассказывает, потому что их платформа абсолютно отлична, платформа вайшнавов абсолютно другая, но наша платформа материальна. Возможно, я пойму какую-то философию, но я могу рассказать ее, но это не означает, что я получил полную милость Гуру Варги. Признак крипы заключается в том, что она плавит ваше сердце, потому что крипа не позволит мне выискивать ошибки в других. Гурупада Падма говорит, что такой-то Махарадж, такие-то... то есть по поводу Шрила Пурпури Госвами Махараджа к нему пришли и сказали, что вот такой-то человек... назвал вас Каништхатхикари. И Шрила Пурпури Махарадж заплакал. У него спросили, в чем дело, почему вы заплакали. Он сказал, я думал, что у меня нет никакого уровня. Но тот вайшнав назвал меня Каништхай. Прабхупад говорит, что гуру пуджа не подразумевает под собой поклонение лишь гуру. Прабхупад говорит, только лишь гуру пуджа еще не гуру пуджа. Свапаршат гуру пуджа. То есть те, кто служит Прабхупаду долгое время, отдав жизнь и душу Прабхупаду, деньги, положение, почет, я знаю наверняка, что они не воюют ни с кем. Те, кто занимается этим в Гаудиаматхе, якобы они не находятся на самом деле в Гаудиаматхе. Шридам Майяпуре, в Шридам Вриндаване не может быть никаких отельных бизнесов. Все, что организовано подобного характера, все это сделано Майя Деви. Те, кто воюют, спорят, сражаются, все они потеряны. Они не получают милости Прабхупады. Те же, кто предались
они служат так много, они так много служат, что у них нет времени спать. Гуру Варга, превосходная гуру, присели наши гуру Варги. Мой гуру Махарадж также говорил, все представители нашей гуру Варги говорили, что ежедневно вы должны прославлять одного вайшнава, как минимум одного вайшнава. И Рамануджа Ачарья говорит, что каждый день нужно ежедневно прославлять своего гуру Пада Падму. Если вы прекратите говорить о гуру Пада Падме, если вы будете говорить на свои собственные какие-то темы, то вы потеряете бхакти, вы лишитесь бхакти. Это сказал, простите, кажется, это был Рамануджа. Итак, просто гуру пуджа это еще не гуру пуджа. Каждое утро вы должны петь эту песню, петь этот баджан. Ранним утром, почему вы этого не делаете? Вы каждый день должны петь Прабхупада Аштакам. Итак. Прабхупад объясняет, что лишь гуру пуджа — это еще не гуру пуджа. Свапарша, то есть поклонение всем преданным — это гуру пуджа. И если вы теряете свое смирение, значит, вы не сосредоточены на лотосных стопах Анантадева. Если же вы четко сосредоточены на нем, вы никогда не лишитесь своего терпения, никогда не выйдете из себя. С самого начала до конца. Все зависит от гуру Крипы. Годя баджан, это випраламба баджан. День и ночь необходимо плакать о гуру и вайшнавах. О, Крипа Кора, у меня нет сил, я падший, пожалуйста, спасите меня. Постоянно вы должны плакать таким образом. Годя баджан, это баджан випраламбхи в разлуке. Это не баджан в зависти. Постоянная разлука, понимание того, что я ничего не сделал. Что я могу сделать? Я должен бы сделать, но я не могу, потому что у меня нет квалификации, нет качеств, нет смирения. Только посмотрите на качество Харикатхи. То есть, если у вас нет мудрости, вы должны как минимум обратить внимание на Харикатху. Подлинная Харикатха исходит из трансцендентной обители. Это не какие-то материальные измышления, материальные суждения. Она исходит из трансцендентного мира. Если я хочу поклоняться Гауранге Махапрабху, я должен поклоняться всем его спутникам. Точно так же, если я хочу поклоняться Гурудеву и Прабхупаде, я должен поклоняться их спутникам, Свапаршат. Даже Шрила Бхактивава Тирта Госвами Махарадж говорил, каждый день Бхарати Госвами Махарадж говорит, что как минимум одного вайшнава в день вы должны прославлять ежедневно, каждый день. Госвами Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж. По одному вайшнаву ежедневно вы должны читать их славу и прославлять их. Это очень могущественно. Вы... То есть одного из представителей нашей Гуру Варги. Бонга Свами Махарадж и Прабхупад. То есть пришли к Прабхупаду два этих вайшнава, и Прабхупад сказал второму вайшнаву: иди и прославляй Бонга Госвами Махараджа и второго вайшнава. То есть они, вероятно, спорили между собой, и Шрила Прабхупада заставил прославлять каждого из них, друг друга прославлять их, и их конфликт был исчерпан. Пока я полагаюсь на свою собственную силу, я
могу потерять все, что угодно. Я могу выходить из себя, терять терпение. Гуру и Гуру Парампара едины. Вчера я также об этом говорил. Если я всех вас обманываю, говорю ложную информацию о Гуру Парампаре, я лишусь своего баджана. Почему? Потому что если я буду обманывать вас о славе Гуру Парампары, в таком случае я великий оскорбитель, потому что, основываясь на могуществе Гуру Парампары, основываясь на сильной вере в Гуру Парампару, мы можем совершать баджан. Если кто-то помогает мне лишиться веры в Гуру Парампара, он не находится в Гаудия Сампрадая, он мой враг. Он лишь враг. И Бхактивинода Такур говорит об этом много раз. Те, кто, прикидываясь Гаудия преданными, заявляет, что мы не находимся в линии Гаудия Сампрадая, то есть они являются великими оскорбителями. Об этом говорит Бхактивинода Такур. Если я не вселяю в вас сильную веру в Гуру Парампару, в таком случае, как вы будете совершать баджан без веры в Гуру Парампару? Думаю, что Гуру Парампара бесполезна. Как, откуда вы силы будете черпать? Основываясь на чем вы сможете совершать баджан? Я могу привести один пример материального характера. Цивилизация одна из древних цивилизаций была разрушена из-за того, что они не верили в парампару, то есть в славу преемственности, то есть в славу старших, поэтому их цивилизация была полностью разрушена. Но взгляните на Индию. Если вы посмотрите на Индию, если вы посмотрите на ее историю, сотни, тысячи раз выступали различные государства, чтобы сражаться с Индией, против Индии, чтобы захватить ее. Они хотели изменить религию Индии, хотели оказывать давление на Индию, но они не могли сделать этого успешно. То есть, почему? Потому что Индия следует санатана дхарме. 3000 лет назад, 2000 лет назад, то есть это не было, то есть 2000 лет назад или 3000 лет назад, это не было изобретено. То есть она вечна, санатана дхарма вечна. Вы можете атаковать меня, нападать на меня и нашу сампрадаю, но вы ничего не сможете сделать. Почему? Потому что Бхактивинода Дара не может быть разрушена. Таково благословение Шрилы Прабхупады. Итак, это древняя цивилизация была разрушена только лишь потому, что они не верили в традиции, в славу традиции, в славу старшинства. И если мы будем уподобляться им, вся наша парампара будет. Сейчас встает вопрос выживания всей нашей сампрадаи. Не думайте о твоя, моя сампрадая. Попытайтесь оставить узкие концепции и прийти на одну и ту же, все вместе собраться на одной платформе. Мы не можем принять ложную ситханту вичар. Вчера я говорил о том, как Парикшит Махарадж предложил свои поклоны лотосным стопам Шукадева Госвами, своему Гуру Деву. Чтобы вручить ему все свое сердце. Он вручил. Если я отдам лишь 50% своему Гуру Деву, я не смогу в таком случае совершать баджан.
Я могу дать 60%, 70% и даже 80%, даже 90% в таком случае. То есть, если я не отдам 100%, как это понять? Один говорит одно, другой говорит другое. То есть, если даже какой-то интернациональный спикер будет говорить что-то, вы поверите ему, но мне вы не верите. Сейчас, если я отдам свою жизнь и душу, всю свою кровь, Гаудия Сампрадая, никто мне... То есть я все это делаю, но никто не помогает мне, потому что каждый занят своим собственным обществом и защитой своего положения. Они все прекрасно знают, что я не иду в неправильном направлении, но они не приходят, не могут прийти ко мне, чтобы помочь. И в этом их слабость, такова ситуация. Итак, нынешняя ситуация очень сложна. И сражения, споры друг с другом не помогают нам продвигаться в баджане. День за днем я вижу ситуацию, и у меня нет больше желания продолжать оставаться здесь, жить здесь. Когда... То есть, если вы задаете вопрос, я буду отвечать, я приведу доказательства, и если вы не, то есть, вы не сможете мне поверить, и это будет оскорбление, я вам говорю, что лучше пойдите еще к кому-то и спросите еще у кого-то. Парикшит Махарадж все свое сердце вручил лотосным стопам Шукадева Госвами. Если вы не сделаете этого, если вы все свое сердце не отдадите Гуру Пада Падме, в таком случае слушание Харикатхи у вас не совершенно. В любой момент вы можете пасть. Потому что ваше оценочное настроение не позволит вам продвигаться. Вы должны оставить свою душу и жизнь, отдать жизнь Гуру Пада Падме тому, от кого слушаете Бхагавата Харикатху. Потому что Бхагавата Харикатха равна самому Бхагавану. Харикатха равняется Хари. И если... У вас есть какие-то сомнения, я могу доказать это. Парикшит Махарадж предается к лотосным стопам Шукадева Госвами. Говорит, что, пожалуйста, Гурудев, говори. Многие гуру говорят разные вещи. Но... То, что я говорил вчера о Прабхупаде, он говорит, попытайтесь вспомнить, если я ищу путь, который ведет к абсолютному благу, в таком случае я должен пренебречь всей материальной мудростью и слушать лишь из самореализованного источника. Не может быть тысяча гуру, потому что гуру невероятно редок. От начала до конца, если вы будете, посмотрите на жизнь Гуру Пада Падмы. Почему Прабхупад избегал выбора Ачарьи? Это не означает, что никто не был квалифицирован. Это неправильно, неправильное понимание, это абсолютно ложная теория.
что никто не был квалифицирован. Было множество причин этому, и я уже говорил об этом. Я уже... То есть не пытайтесь неправильно интерпретировать этот момент. Я постоянно пытаюсь возвысить себя, все остальные бесполезные, но в этом нет ничего хорошего. Это не вайшнавизм. Постоянно мы хотим прославлять Гуру Пада Падму и Гуру Вайшнавов. Мы должны слушать Авирбхав и Тирабхав Гуру Вайшнавов. У меня нет... То есть... Если прославлять славу Гуру Вайшна, говорить о славе Гуру Вайшнавов запрещено, то есть в нашей организации, значит, мы точно не занимаемся баджаном. Какова деятельность материальной организации, какова деятельность читания матхи, какова деятельность гаудия матха? Необходимо понять это. Парикшит Махарадж со смиренным настроением. Он понимал, что он оставит тело, и он полностью предался слушанию Харитадхи. Его ум находился в лотосных стоп Гуру Пада Падмы, а также Ананта Дева. В материальном гуру есть четыре недостатка. Сиддха Маханте, Татвавид Гуру, они даже во сне не спят, у них не отдыхает язык, то есть они такие сиддхи, что каждое их слово, то есть они постоянно прославляют Гуру Вайшнава в Гуру Парампару. Если я прерву все взаимоотношения, Гуру Деви, Гуру Парампара — главный объект нашего Гуру Баджана, нашего Баджана, через который я получаю энергию. В противном случае у нас будет просто материальная организация и ничего больше. Когда Шукадев Госвами, как я уже рассказывал, лет назад я говорила о Прабхупаде, если мы уклонились от защиты огня Санкиртной Яги, если мы не защитили огонь Санкиртной Яги, которое было зажжено читанием Махапрабху в Шрила Сангане, если мы не можем его защитить, как это делал Бхактивинода Тхакур и Прабхупад, Кешава Госвами Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж. Все они хотели защитить Санкиртна Ягью. Если мы уклонились от пути Гурупада Падмы, в таком случае разная зависть, пратиштха, различный мусор придет в наше сердце, чтобы осквернить его, и мы падем. Это говорит Прабхупад. Мы можем потерять наше... Мы лишимся нашего смирения. Мы можем говорить различный мусор, который не имеет никакого отношения к шастрам. Прабхупад говорит, где это написано? То есть у вас, может быть, километровые титулы, имеется в виду. Но это еще не говорит о том, что вы обладаете, наслаждаетесь гуру Крипой. Если я болен одной болезнью, но лечусь от другой, в этом нет ничего хорошего. Потому что у каждой болезни свой симптом, мы можем определить. И гуру Вайшнава прекрасно знает, какая у нас болезнь. Они могут нас излечить.
Только лишь глупцы спорят, сражаются друг с другом о незначительных вещах. Они хотят забыть про Прабхупаду, Бхактисиддханта Прабхупаду. Если они забудут Бхактисиддханта Такура и Прабхупаду, для них это будет очень выгодно. В противном случае слишком сложно становится. Они говорят, то есть, мне говорят, что если мы будем следовать в настоящий момент Бхактисиддханта Такуру, то мы не сможем поддерживать Гаудия Матх. А я им отвечаю, что вы никакие не члены Гаудия Матха. Это как бы Гаудия Матх не зависит от денег, не так, что у меня есть деньги, я могу открыть Гаудия Матх. Гаудия Матх не сходит сюда лишь по приглашению Прабхупады. Очень грязная деятельность происходит, связанная с именем Слава в Гаудия Матхах сейчас, в различных сообществах. Необходимо занять нейтральную платформу для того, чтобы понять послание Прабхупады. Послание Прабхупады равняется посланию Гауранги Махапрабху, посланием Бхактисиддханта Такура. И необходимо их понять. Итак, Прабхупад говорит, если вы не можете защитить Санкиртана Ягью, в таком случае вы погрузитесь в собственные интересы, анархи, проблемы, все они заставят вас пасть. Поэтому 24 часа в сутки мы хотим воспевать славу Прабхупады и Бхактисиддханта Такура. Постоянно. Мой Гуру Пада Падма каждую секунду говорил Прабхупад, Сидар Госвами Пад. Также говорил это Прабхупад, они повторяли. В противном случае, кто может защитить нас, если не Прабхупад, если не представитель нашей Гуру Варги? Итак, Гуру Пада Падма. Прославляет ученика. Можете себе представить, когда Гурупада Падма прославляет ученика? Это совершенный момент, момент совершенства. Когда они полностью пришли в гармонию друг с другом, когда ученик привел себя в гармонию с гуру. Как я уже рассказывал вчера, сегодня глупцы, вы поняли то, о чем я говорил по поводу солнца. То есть Прабхупад говорит, как сгармонизировать себя с солнцем, привести себя в гармонию с солнцем. Мы сейчас находимся на безопасном расстоянии с солнцем. И таким образом солнце посылает нам достаточно тепло, с помощью которого мы можем жить. Мы не слишком далеко от солнца, и в то же самое время мы не слишком близко. Мы находимся в гармонии с солнцем, мы находимся на необходимой дистанции. Благодаря солнцу мы можем видеть все вокруг, мы видим свет, также оно дает тепло. То есть Верховный Господь все поддержит таким образом, чтобы все жило. Точно так же. Попытайтесь понять настроение Прабхупады, то, о чем он говорит. Если вы хорошие преданные, в таком случае вы должны понять то, как можно привести себя в гармонию с Гуру Пада Падмой, что означает привести в гармонию с Гуру Пада Падмой и Гуру Варгой. И если этого не получается у вас, вы должны определить, то есть, если вы видите лишь ошибки в окружающих, если вы не видите никаких качеств, это говорит о том, что вы
сами не обладаете должными качествами. То есть, когда вы ими не обладаете, вы видите лишь ошибки, лишь недостатки в ваших духовных братьях и сестрах. Бхагаван говорит в 11 песне 21 главе, сказано: Кришна говорит, Веды разделены на три части. В конце концов, поклонение Господу. Веды разделены на три части. И в конце концов, они указывают на лотосные стопы Верховного Господа. Ригведа мантра. Ведические мудрецы говорят. Ведические... Кришна любит непрямые пути, ведущие к Нему, поэтому гуру и вайшнавы никого напрямую не ругают. Все риши и муни, все не говорят не напрямую. Так, чтобы исправить, то есть у них есть таким возможно, это дает им возможность исправить вас. То есть порой могущественные гуру и вайшнавы говорят нам напрямую, чтобы исправить нашу плачевную состояние, ситуация. То есть Кришна предпочитает непрямой путь, непрямой метод. Если кто-то из-за своей глубокого сострадания рассказывает, ругает вас, в этом нет никакой парадхи, потому что в них нет зависти, потому что они парамахамсы, и все, что они хотят, это исправить вас, сделать вас лучше. Я могу напомнить вам один момент, одну Сиддханту Вичар, Бхактивинода Такура, один Бабаджи Махарадж из Навадвипы. Ежедневно практически ездил в Кришнанагар, чтобы то есть он отправился в Кришнанагар, повторял Харинам практически каждый день. И возбуждал дела против одного из... И все сахаджи Навадвипы стали жаловаться Бхактивинода Такура: ты, пожалуйста, ты возглавляешь суд, вот этот Бабджи Махарадж постоянно в Кришнанагар приходит и ежедневно практически дело против одного из нас возбуждает. Он никакой баджан не совершает, он... В общем, он не совершает баджан, пожалуйста... Ты проверь его деятельность, то есть имеется в виду, что проверь его. И Бхактивинода Такура засмеялся. Бабджи Махарадж очень милостив, он не может терпеть, что вы совершаете неправильную деятельность, то есть вы под именем Бабаджи общаетесь с вдовами.
вы распоряжаетесь имуществом Бхагавана, то есть вы незаконно захватили земли, поэтому почти каждый день Бабджи Махарадж возбуждает какие-то дела против вас в суде. То есть, и это есть его, то есть это бхакти, то, что он делает, в действительности бхакти. Вы не совершаете бхакти, вы просто сидите в уединенных местах, а ночью занимаетесь грязными вещами и показываете всем, что вы великие вайшнавы. И некоторые так называемые преданные на Говардхане, во Вриндаване. То есть один так называемый преданный, он из-за зависти сказал, что Шьям Баба ничем не занимается, только со всеми спорит. И один из Ибарати Госвами Махарадж открыто заявил, что на день ухода Прабхупады меня там не было. И он открыто сказал, вы должны изучать то, что пишет Шьям Баба, потому что это бхакти, потому что он служит сампрадая тем самым. Но другие хотят доказать, что они замечательные вайшнавы, но в действительности они хотят лишь доказать, что они великие вайшнавы, и спорят со всеми. Необходимо защищать интересы сампрадая, и это будет вашим бхакти. А вы сидите в своей комнате, закрывшись, считая деньги, посчитывая деньги, выйдите из комнаты, выйдите и рассказывайте харикатху. И пытайтесь защитить Сиддханта Вани, Прабхупады. Это единственная обязанность ачарьи. Ачарья не может обманывать мир, он может говорить лишь истину, потому что это его обязанности, как говорит Прабхупад. Единственные обязанности ачарьи защищать Шраута Вани, говорит Прабхупад. Сампрадайка Вайбхав. Таким образом, Бхактивинода Такур говорит, что вы... То есть он милостив настолько, что он не может терпеть, что вы занимаетесь всякой ерундой, и поэтому он помогает... То есть он начинает дела в суде против вас, возбуждает дела против вас. А вы сидите в уединенных местах и думаете в своих замках, и думаете, что совершаете бхакти. Но на самом деле это не харинам, это намапарадха. Вайшнава Нинда — это также намапарадха, из-за нее вы не можете совершать, повторять харинам. Прочитайте 10 намапарадх, изучите их. И там вы найдете... Прежде всего, там упоминается о саду апарадхе. Если я совершу оскорбление саду, буду критиковать саду, так в таком случае харинам, ни один харинам не проявится на моих устах, если я буду совершать вашнава парад. Но если я в линии Прабхупады, никто не остановит меня в повторении харинама. Они могут кричать все, что угодно, но главное сиддханта в том, что те, кто критикует чисто гуру и вайшнавов, никогда не будут прощены. Никогда. Будьте осторожны. Если кто-то говорит о шастре сиддханта, о сиддханте, чтобы проверить, порой Гуру Пада Падма прославляет ученика, порой он тем самым обманывает его, а порой он говорит от всего сердца. Если я не нахожусь в гармонии с Бхактивинодой Такуром, с сердцем Бхактивинода Такура, с сердцем Прабхупады, в таком случае я не могу рассказывать харикатху. Если у меня есть какие-то отличные желания, я не могу рассказывать харикатху. Если у меня есть
какие-то сокрытые желания накопить деньги, положение, почет. Я не могу рассказывать харикатху. Не проявится на моих устах харикатха. Итак, когда мы придем в гармонию с Гуру Пада Падмой полностью, тогда вы поймете Сиддханта Вичар. Своими собственными усилиями, заслугами вы не сможете этого добиться. Необходимо обрести садгуру, того, кто 24 часа в сутки занят служением Верховному Господу. Тот, кто познал Шабда Браман, тот, кто испытывает величайшее влечение. То есть это признаки Гуру Пада Падмы. Если вы заставите меня поверить в то, что Гуру Варга... Если вы захотите заставить меня в то, что наша Гуру Варга ничего из себя не представляет, почему же вы не можете исправить ситуацию нынешнюю? Вы не можете этого сделать? То есть Шукадев Госвами прославляет своего ученика Парикшит Махараджа. О, Раджан, твой вопрос несравненен. Шукадев Госвами, Парамахамса Шрештха, высочайший из Парамасамс, говорит Шукадеву Госвами, своему, говорит своему ученику, Парикшит Махараджа, он говорит, твой вопрос совершенен. Мы ожидаем, чтобы кто-то задал такой вопрос. Почему же они не возникают, никто не задает их? Ради блага всего мира, ты задал этот вопрос мне. Мне очень нравится этот вопрос, у меня плавится сердце от него. Всеми таттавид подтверждено это. Величайший атмавид утверждает твой вопрос. Порой во время Прабхупады в Бхактисиддханта Сарасвати мы не открывали свое сердце, не говорили о том, что мы демоны. Порой мы скрываем наше сердце перед Кешавой Госвами Махараджи. Такое происходило. То есть мы, имеется в виду, что мы перед великими преданными себя показываем как чистых преданных. Но как только они уходят, мы показываем свое истинное лицо, начиная следовать, начиная коверкать Сиддханту. Кто может сейчас исправить нас? Кто может сказать, что мы делаем что-то неправильно? Кешава Госвами Махарадж
всегда выступал против каких-то неправильных вещей. Он не совершал никаких аппарат. После того, как Индия была освобождена, в Северной Бенгалии был царь, а Рам Нараян Видяратна был продвинутым пандитом, высочайшим пандитом того времени. Он был редактором Радарамана Пресс. И он совершил ошибку, потому что он не был самоосознавшейся душой. Может быть, он обладал каким-то какой-то ученостью, пандитией. Но Кешава Госвами Махарадж писал так, что мне сложно объяснить, сложно выразить это. То есть его Бенгалия настолько возвышенная. Можете подойти ко мне, я вам покажу. Он говорит, брат мой, он сказал этому ученому-пандиту, он очень грубо, оскорбительно сказал, потому что тот совершил ошибку в Хари Бхакти Виласа Сиддханте. Он пишет, о, брат мой, я думаю, что ты не обладаешь никакой ученостью, то есть ты не знаешь элементарных вещей, то как же тебя называют пандитом? Ты совершил такую ошибку, как... То есть это сказал Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, который получил полную милость Шрилы Прабхупады. Если ваши харикатха, ваши лекции не подтверждены атмавидами, гуру вайшнавами, они не обладают никакой ценностью. То есть татвавид никогда не прискоснется. Рамана Госвами Махарадж может просто прикоснуться к какому-то к тому, что это что-то написано, к какому-то сочинению, сказать, что это неправильно, если там есть ошибки в Сиддханте. Когда Госвами говорит Парикшит Махараджу, о, Раджа, твой вопрос совершенен. Ты сделал благо на всему миру. Такого сердца чистого вайшнава. Они всегда хотят помочь целому миру. У них нет никакой зависти. Они лишь думают о каждом. Они не думают о своем собственном обществе. Они думают о всей Брахманде. Вся Брахманда может быть очищена при условии, что у меня нет зависти, у меня нет настроения сражения. Итак, Шукадева Госвами говорит, о царь, это доказано всеми татвавидами, подтверждено, утверждено. Это высочайший объект слушания и повествования, то есть Шраванами Киртанам. Слушание, воспевание. То же самое мы видим здесь. Утарадеви, мама Парикшит Махараджа, задала свой вопрос. И Санатана Госвами описывает. Как океан Кхира, который был молочный океан, который был
Спахтан, то есть Кира Сагар, он был его спахтали и собрали Амриту. Эта энергия была дана. То есть приложили свою энергию и полубоги, и демоны. Тем не менее, обе эти группы, демоны и полубоги, то есть они вложили свою энергию, но когда они получили результат, полубоги достигли успеха, а демоны потерпели поражение. Почему? Потому что если вы сражаетесь, определенно вы не на стороне. То есть если у вас есть настроение сражаться, воевать, определенно вы не находитесь на стороне Бхагавана. И полубоги получили результат, а демоны лишились всего, не получив никакого нектара. Если вы накормите змею нектаром, в этом нет ничего хорошего. Потому что змея привыкла всех кусать. И таким образом шастра Сиддханта не может быть дана каждому. В моей предыдущей жизни баджана я помогал так многим так называемым преданным постичь Сиддханту, но они сейчас совершают бизнес и хотят меня прикончить. Они чему-то от меня научились и сейчас делают бизнес. Но если я захочу исправить ситуацию, то вся группа, все люди восстанут против меня. И таким образом я просто потеряю свое время, и я не трачу его на это, поэтому я ничего не говорю. Я вынужден говорить Таттва Сиддханту, потому что все предшествующее поколение, настоящее поколение, будущее поколение нуждается в этом, и поэтому я вынужден говорить то, что я говорю, но у меня нет никакой личной вражды, кому бы то ни было. Если же я буду так действовать, имеется в виду, быть пристрастным, то это будет колоссальный апаратха с моей стороны. Шукадев Госвами оценил, хвалит вопрос Парикшит Махараджа. И также Утара Деви задает свой вопрос. Если кто-то хочет поспорить со мной, почему это полубоги и демоны, потратив свою энергию, имеется в виду, приложив много усилий, почему Бхагаван не дал Амриту демонам? В шастрах сказано, строго запрещено давать змее Амриту. Бхагаван ругал Брахму. В 7 главе вы можете это увидеть. Когда Хираньякашипу ушел на Симхадев, сидел, Прохлад Махарадж подошел к нему, чтобы успокоить его. Он сказал: «Бхагаван, Прабху». И Брахма в тот момент тоже что-то возносил молитвы. И Бхагаван ругал Брахму: «Брахма, ты не должен давать такого рода благословения таким подлецам, как Хираньякашипу». Точно так же. Не все могут переварить шастра Сиддханту. Они будут совершать ошибки, потому что они не находятся в линии Прабхупады и Бхактивинода Такура. Они уклонились. И таким образом они могут легко совершить ошибку. Утара Деви задает вопрос.
своему сыну, Парикшит Махараджу, пожалуйста, расскажи мне сливки о том, что то, что ты услышал от Шукадева Госвами. Если ты дашь мне сливки от услышанного, это необходимо сделать очень быстро, потому что ты приготовился уже оставить свое тело. И та Харикатха, те советы, которые ты услышал от Шукадева Госвами, подобно соку сахарного тростника, который отжимает с помощью машины. Она создает давление, роллер создает давление, и джус выходит из него. Простите, сок выходит из него. То есть, это очень важная вещь. Имеется в виду, что очень быстро извлекается вся суть, то есть как сок, так и взбивая океан молочный, пахтав молочный океан, была извлечена амрита. И когда Утарадеви задал этот вопрос, у нас также поднимается вопрос, что хотела сказать этим Уттарадеви, какой был ее мотив, то есть для чего она это сделала. И я начал со шлоки. В следующий раз я расскажу, обсужу эту шлоку, сейчас нет времени. До последнего дыхания иди и пей этот нектар, эту расу. На следующей неделе я расскажу об этом более подробно. Итак, это знание исходит из уст Шукадева Госвами. Амрита, нектар. То есть то, что исходит из уст, уже нектар. Но почему же Утарадеви говорит, что необходимо еще извлечь сливки, то есть еще подвести, сказать еще более кратко. Те, кто писал комментарии, то есть, осталось очень мало времени. И в этот промежуток времени Парикшит Махарадж, если бы он успел объяснить, то было бы очень хорошо. В противном случае она бы никогда не узнала о разговоре Шукадева Госвами Парикшит Махараджа. И поэтому она просит его, пожалуйста, извлеки амриту из того, что было сказано, так, чтобы ты рассказал о конечном настроении бхакти, то есть имеется в виду о желанном настроении в бхакти. То есть она говорит, что необходимо важное, самое важное из Шримад Бхагаватам. Возможно, она имела в виду, то есть сам Бхагаватам — это амрита, но, возможно, смысл был в том, что Радхикарани, Бхагаван, Кришна и Гопи, возможно, она хотела слышать о их взаимоотношениях и любовных играх. Возможно, она имела в виду это, она указывала на это. Кто знает? То есть с Бхагаватам это уже амрита. То есть он сам Бхагаватам — это амрита. Возможно, в этом заключается значение.
Так Парикшит Махарадж был очень счастлив услышать этот вопрос, и он отвечает: «О, мать моя, я должен оставить тело, осталось совсем чуть-чуть времени». И в этот короткий промежуток времени я должен молчать, я должен бы молчать. Но когда ты предстала передо мной и задала этот вопрос, я переполнен радостью, и сердце мое переполнено счастьем от этого вопроса, потому что рассказывать харикатху — это тоже баджан, и слушать харикатху — это баджан. Это высочайшее проявление баджана. Как океан. Океан Кхира Бхагаватам. Бхагавата Бхакти Шастра. Это шастра бесконечна. Шастра бесконечна. Мы, обусловленные души, в любой момент можем оставить тело. Нет никакой уверенности, что мы проживем 100 лет. Нет никакой уверенности в этом. Лучше прекратить споры и слушать харикатху, прекратить сражения. Прекратить преследовать собственные интересы и стараться извлечь сливки из харикатхи. В противном случае вы можете лишиться всего. Бесконечный океан. Бхагаватам в 11-й песне сказано: кто может понять то, о чем там идет речь? Мы не можем пересечь океан Гамбира. Это за пределами измерения. Как бесконечный океан. Куда и как пойти? Мы не понимаем, что сказано в шастрах. Обычным людям в век Кали, постоянно которые люди заняты, в спорах они не могут понять Сиддханта Вичары, мне когда. Сейчас мы видим от начала до конца Бхагаватам, до начала до конца. Когда Вишабда Брахман исходит из лотосных уст чистой Гуру Вайшнава, мы должны вновь и вновь пытаться слушать и размышлять. И с помощью этого мы пересекем материальный океан. Саду нельзя измерять. То есть он не может быть ограничен границами страны. На него не влияют никакие
концепции общества, он интернационален, то есть он открыт ко всем и каждому. И сердце саду, подлинного саду, плачет по каждому, даже по насекомым. Что говорить о мужчинах и женщинах? Что говорить о людях? Почему? Я прошу милости, прошу прощения у лотосных стоп Нити Ананды, прошу прощения у всех моих духовных братьев. У меня нет зависти, поэтому Бхагаван позволяет мне рассказывать Харикатху. В противном случае только лишь будет материальный звук. Попытайтесь понять это. Попытайтесь понять разницу между шабда-браманом и материальным шабдой. Попытайтесь это понять. Попытайтесь различать эти вещи. Пока вы не получите милость от Гуру Варги, вы не сможете почувствовать различия. Вы будете в замешательстве, вы будете двигаться в неправильном направлении. Прабхупад говорит, допустим, вы поняли, что вы находитесь не в верном месте, не в правильном направлении. Немедленно, если вы поняли, что вы в неправильном поезде едете, вам нужно немедленно сойти с него и сесть на тот, который едет в правильном направлении. Так часто случалось, я когда тороплюсь, я торопился, никто, то есть я просто запрыгивал в поезд и понимал, что я еду, сел не туда, не на тот поезд, он едет в противоположном направлении. Однажды такое произошло много лет назад, и я, не спросив, запрыгнул в поезд и оказалось, что он едет не туда. Так, Прабхупад говорит, допустим, вы поняли, что вы в неправильном, не в вашем поезде. То есть вы уже поехали не в правильном поезде. Но что необходимо делать? Сойти с этого поезда и сесть в правильный, в нужный для вас поезд. Сесть в поезд, который идет туда, куда вам нужно, в Бхагавата Према. Это не вопрос сентиментов, сражения, споров. Это вопрос вашей жизни. Итак, Бхагавад Бхагаватамрита — это такая вещь. Шукадев Госвами описывает от начала до конца, сверху вниз. Все, что он говорит, все это амрита. Тем не менее, Уттара Деви говорит, все это хорошо, но у меня нет времени в деталях слушать с подробностями. Поэтому ты уже снискал милость Шукадева Госвами. Почему бы тебе не извлечь амриту, не рассказать вкратце, что ты слышал от своего гуру Пада Падмы. Очень ясно, просто расскажи мне суть. Итак, в Бхагаватам от начала до конца нет ничего неправильного. Все, что там есть, это амрита. От начала до самого конца все это амрита. Тем не менее, почему мы не можем снести эти комментарии? Мы говорим, что Бхагаватам. То есть на самом деле в Шримад-Бхагаватам нечего урезать, нечего убрать, там нет ничего лишнего. Но тем не менее, потому что сейчас время ограничено, в любой момент может прилететь Дакшак, и Парикшит Махарадж покинет этот материальный мир. То есть осталось очень-очень мало времени. И поэтому Уттара Деви задает именно такой вопрос. Итак, комментаторы сейчас говорят, что так как Шримад Бхагаватам совершенен от начала до конца, нет ничего, что можно вычеркнуть из-за того, что время ограничено, Уттара Деви вынуждена сказать таким образом, задать такой вопрос. Те, кто являются подлинными расика-бхактами, те,
Те, кто получили милость Санатны, Рупа Госвами, Бхактивинода Такура, всей Гуру Варги, сердце их постоянно погружено в раса Сиддханта Вичар. Они не сахаджия. Их сердца постоянно погружены в раса Сиддханта Вичар. Они постоянно хотят слышать о любовных играх Рады, Говинды и Гопи. Бхагават преисполнен, то есть там лишь важные вещи в Шримад Бхагаватам содержатся. И расабхакты не испытывают никакого вдохновения изучать что-то помимо Шримад Бхагаватам. Бхагаватам — это тело Кришны. Сакшат Кришна Эвахи. Расика Бхакты постоянно погружены в раса Сиддханта Вичар. Таким образом, Парикшит Махарадж описывает, говорит, уверяет, возможно, кто-то может думать, что я скоро умру, что время осталось мне мало, возможно, я переживаю, и по этой причине я не могу ясно, четко говорить. Но сейчас я обрел полную милость моего Гурупада Падмы Парамахамса Шришта Шукадева Госвами. И нет никакого вопроса о каких-то переживаниях, о том, что я нервничаю. Я абсолютно не нервничаю, с холодным умом, по милости моего Гурупада Падмы, Парамахамса Шриштхи, Шукада Госвами, я определенно, мама, расскажу тебе эту сладостную нектарную харикатху, суть всего Бхагаватам. Когда мы можем стать успешными? Когда проявится Тринада Писанчана в нас, и мы в любой момент сможем как живут вайшнавы, они как попрошайки, у них им нравится так жить, то есть абсолютно без всего, без одежды, подобающие из-за своего смирения, они живут как собаки. Они думают, я собака моей Гуру Варги. Необходимо петь киртаны. Вы должны петь этот киртан. Чтобы развивать смирение. Смирение не означает, что я не должен говорить абсолютную истину. Смирение означает, что я должен говорить абсолютную истину абсолютным способом. Смирение не говорит, что я должен говорить без смелости.
все мы Гаудия преданные. То есть я сидя на Висасане. Кто я есть? Я, каково мое отождествление? Я собака моего господина Шрилы Прабхупады. Я собака моего Гуру Пада Падме, моей Гуру Варги и Бхактивинода Такура Прабхупады. Таково мое отождествление. Моя вера может доказать, что у меня есть любовь к моей Гуру Варги. Моя вера доказывает, что у меня есть любовь к Гуру Варги. Потому что 24 часа в сутки я хочу воспевать, петь свою славу Прабхупад, Бхактивинода Такура, моих представителей моей Гуру Варги. Таковы мои обязанности постоянно. И по вашим благословениям я могу осуществлять это до последнего момента своей жизни. Я молюсь о таком благословении, чтобы воспевал их славу. И на что говорит Махапрабху? Если в сердце у меня нет ринадапи, определенно я не смогу рассказывать харикатху. Если в подлинном значении этого слова нет смирения в сердце, я не смогу говорить харикатху. Что вы подразумеваете под ринадапи? Это означает незаинтересованность в пратиштхе. Я не хочу пратиштхи от вас. Получить от вас пратиштху я не хочу. Вы можете пнуть меня, оскорбить меня, все, что захотите, но благословите меня, чтобы я мог воспевать абсолютную истину абсолютным способом. В таком случае я никогда не буду бояться говорить абсолютную истину. Чайтанья Махапрабху говорит, кто может воспеть славу Гуру Варги и Бхагавана? Харикатха и Харикиртан должен быть совершен в настроении Тринадапи. Если нет этого настроения, в таком случае все это неподлинная сиддханта. Это как математика. Нет Тринадапи? Тогда не будет гармоничной сиддханты, не будет потока Харикатхи, будет то критицизм, то еще что-то. Итак, пытайтесь. Вы слушаете Харикатху. Также вы других слушаете Харикатху. И вы должны понять, кого вы слушаете, в гармонии, гармонично они находятся или нет. Следуют ли они Сиддханта Вичару, есть ли там точное заключение или нет, есть ли предание у этих личностей Тусили Прабхупаде или нет, есть ли предание лотосным стопам Сампрадая. Прежде всего, попытайтесь это понять, и затем вы можете слушать их Харикатху. В противном случае вы должны избегать подобную Харикатху, потому что она не принесет вам никакого блага. Доктрина Дапи Суничина. Это условие, которое дает нам Махапрабху. Те, кто оскорбители, те, кто, у кого нет смирения, те, кто оскорбляет вайшнавов, они не могут свое собственное сердце очистить, как они могут очистить сердце других. Намапаратха Саду Нинда. Вы не должны, не можете критиковать саду. Если вы не должны критиковать саду. Если вы будете это делать, харинам никогда не проявится на ваших устах. Если вы себя не можете свое сердце вычистить, как вы можете помочь другим? Если бы мое сердце, сердце моего Гуру Дева не было чистым, как бы он смог помочь мне? То есть это как математика, элементарно. Не будьте глупыми, постарайтесь понять Сиддханта Вичар. Не руководствуйтесь глупыми концепциями. Сейчас Вишванатха Чакраварти Пад говорит то же самое. То же самое, что говорит Махапрабху. Махапрабху говорит Тринадапи Суничина. И то же самое говорит Вишванатха Чакраварти Пад в Бхагаватам Тике. Махабрити.
Мы видели смиренное поведение Шридхара Госвами Махараджа, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, Госвами Махараджа. Насколько великими преданными они являются, вечные спутники Прабхупады. Они никогда ничего не говорили против гуру и вайшнавов. Они всегда рассказывали лишь Сиддханта Вичар. Чикати Пад говорит, Аманина. Это не означает, что может быть кто-то разговаривает всякую сиддханту, простите, всякую политику разводит, а я не должен возражать этому. Нет, это обязанности вайшнава рассказывать сиддханта Вичар, потому что они хотят защитить Шроута Панту. Таким образом, если ситуация требует, они могут говорить очень строго. И это выглядит как критицизм, но в действительности он не является, это не является таковым, потому что они защищают достояние сампрадая. Вишванатха Чакраварти Пад говорит, Амани Манадена, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. То есть все выражали почтение Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, даже Шрила Бхакти Авативтха Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа всем выражал почтение, даже своим ученикам, Шрила Бхакти Авативтха Махараджа, который являлся в действительности как его ученик. Бхактиген Бхарати Госвами Махараджа, он столько почтения проявлял к ним, насколько смиренен он. Вишванатха Чакраварти Пад говорит, если вы хотите слушать Шравана Киртани по-настоящему, как я смогу понять это? Потому что вы отбросите все и придете слушать Харикатху, то есть это симптом, то есть признак. Сейчас же ситуация настолько критична, что никто не хочет слушать абсолютную истину, и все привыкли слушать ложь. Они заняты положением, внешними вещами, они не заинтересованы в Сиддханте. Они не могут ее слушать. Они ходят к какому-нибудь интернациональному спикеру, и ничего, что он говорит, ложь вместо Сиддханты. Вишванатха Чакраварти Пад говорит, если кто-то по-настоящему хочет слушать Шастра Сиддханту, я имею в виду тех, кто по-настоящему заинтересован в Шравана Киртане, им дается совет Вишванатха Чакраварти Падом, не ожидайте почтения в свой адрес. Смирение должно быть у вас. Я ничто. Что я сделал? Что я могу сделать? Прабхупад говорит. От океана, то есть от одного конца до другого конца Индии, я не смог найти ни одного, кто по-настоящему хотел слушать Сиддхарту Сиддханта Вичар. Они постоянно... Все хотят все сквернить. Бхагаван, приходи ко мне. Если ты чистый придешь, я не смогу тебя принять, но если у тебя какие-то осквернения будут, в любом случае я приму.
То есть ты приходи с элементами майи. Но Бхагаван и майя — это абсолютно разные понятия, они не могут существовать вместе. Он не придет никогда к нам с майей. Это невозможно. Вишвана Чакуртипад говорит, если кто-то по-настоящему заинтересован в Шравана Киртане, в Амрите, Харинама Санкиртане, который является читанием Махапрабху, различные, то есть ревность, узкое мышление уйдут, если мы посвятим свою жизнь огню Санкиртана Яги, которая началась благодаря читанию Махапрабху и была поддерживаема Гуру Варгой, а в конце концов Джива Госвами Падом через Вишнава Раджа Сабху. То есть должен быть какой-то контроль, а сейчас все говорят, каждый говорит, что хочет. Если кто-то говорит неправильно, кто-то должен, Вишва Вишнава Раджа Сабха должна пресечь его. Такова система была Джива Госвами Пада, Санатна Госвами Пада. А сейчас каждый является великим вайшнавом, и никто не пресекает тех, кто говорит неистину. Если вы ничего не говорите, молчите, значит, вы великий вайшнав. В наши дни таков признак великого вайшнава. Но это обязанности гуру и вайшнавов. Если вайшнав не исполняет свои обязанности, он не является вайшнавом. Чистые вайшнавы не ожидают никакого почтения от кого бы то ни было. Они постоянно ведут смиренный образ жизни. Смиренную жизнь они... Вы можете подойти к ним и со стороны посмотреть, как они живут, подобно попрошайкам. Но когда они начинают говорить харикатху, они как цари. Потому что таковы наставления Прабхупады. Различные благие качества, почтение других, смирение. Это смирение своего рода, как стена, которая ограждает поле вашего баджана. В противном случае ваша бхакти-крипа может быть разрушена, если нет этой стены. Необходимо, как наш Кеша Госвами Махарадж говорит, если вы не защитили не оградили поле бхакти, что же такое поле бхакти? Что же такое этот забор? Это бхакти сиддханта, это этикет, это вайшнавское поведение. Почему обманщики не могут передо мной предстать, не могут прийти ко мне, потому что они боятся? Потому что у меня, хотя нет бхакти, тем не менее, я пытаюсь защитить то, что у меня есть. Кешава Госвами Махарадж говорит, пока вы не защитите свое поле бхакти, не оградите его, чтобы защитить вашу бхакти-крипу. Кто угодно может прийти и съесть вашу лиану бхакти. То есть эта стена — это сиддханта вичар и чистая чаран. Поведение. Чистые преданные порой говорят очень строго, но почему они это делают? Потому что такова их сила, таковы их полномочия. Если кто-то
выступит против чистых гуру вайшнавов, он затеряется в бесконечном мире. Вы можете проверить это. И никто не сможет помочь ему, потому что майя захватит ваше сердце в таком случае. Итак, Вишнача Квартипад говорит, почтение других и смирение — это то, что служит стеной вокруг, стеной защищающих преданных, преданность. Тулсидас говорит, так называемые бхакты, говорят, то есть Тулсидас же Махарадж, ему говорят, что все эти саду, они то есть Тулсидас же рассказали, что его критикуют постоянно. А то есть один человек, который критиковал, он говорит, я хочу жить с человеком, который меня критикует. Хочу построить напротив него свой дом, чтобы он критиковал меня, и я понимал, в чем мои недостатки, и исправил себя. И тогда я хорошо буду совершать баджан, и очень скоро достигну Господа. Если мой сосед будет выискивать во мне недостатки, я буду очень счастлив. Я очень счастлив, что ты меня критикуешь. И что вы меня критикуете, у меня письма вы мне пишете, у меня есть такое письмо. Мне такое письмо написали. То есть мне писали письма, что вы поддержка и защита Сампрадая, а сейчас этот же человек говорит, что не ходите к Чембабе, он оскорбитель. Кешава Госвами Махарадж — это общество. То есть они... Ну, нет времени на критику и политику. Итак, Кешава Госвами Махарадж говорит, если вы не построили забор вокруг вашего поля бхакти, в таком случае какие-то животные могут прийти и съесть ваш росток бхакти, и в таком случае вы лишитесь всего. Будьте очень осторожны в этом отношении. Итак, почему бы не... Постоянно мы видим, что каждый, кто говорил что-то неправильное, Сиддхартха Вирот, какой-то допускал, Кешава Госвами Махарадж выступал как лев, он опровергал эту... ложные утверждения. И это если вы не рассказываете харикатху и не пытаетесь исправить ложную сиддханту, не отвечаете на критику, в таком случае вы никакой не ачарья. Сейчас мы начинаем Брихат Бхагаватамрита. Первое слово, с которого хочу начать, я хочу объяснить на следующей неделе Шримад Бхагаватамритам. Санатана Госвами Пад пишет, Vivido Madhuri Madhi Ko Opi
Это поразительная вандана, прославление лотосных стоп Гауранги. Все это в деталях я расскажу в следующий раз. Сегодня уже нет времени, я могу сказать лишь кое-что. Аватар, Аватари, Верховный Господь, тот, кто явился в этом материальном мире в форме Чайтанья Дева, тот, кто хотел показать совершенство премы, тот, кто хотел распространить, раздать свою собственную прему, явился в форме преданного, как свой преданный. Он сам Кришна, но пришел в форме Шри Кришна Чайтаньи, преданного, и целью его было распространить, раздать свою собственную прему преданным. Он океан красоты, Мадхурима, сладости, амриты. Тот, кто его према до последних, благодаря читанию Махапрабху, Гопи према стала доступна нам. Махапуру, читание Чандра, вся слава его лотосным стопам. Вся слава. Джаяти, ниджо падабджо према данаво тирно бибидо мадури мадхи копи койшара гандихи гато парамо дашантам джассо чайтанна рупад ану бхавападам аптам према гапишу нитям. Према намад бхутартхо савана патхагатхо кашча намна махимно Ко бетта кашо бриндавано бипино маха мадуриш бабешаха кова жанати радхам парамарасо чаматкара мадур жасима мекас чайданна чанда парамакарунайя сарвам авис чакараха. Follow. Банча калпатурвасики пасендубевача, патитанам паванубавашна вьонаму.